Здравствуйте. Ну вот, у нас сегодня тема функции замыкания. Значит, у нас тема функции, казалось бы, чего может быть сложного в функциях? Да, собственно, в функциях сложного ничего нет. Вот, ну, как бы, ну, правда, я хотел бы сразу начать с не с того края, рассказывая про функции, потому что мы с вами уже видели, что многие языковые конструкции Питона существуют как бы в двух экземплярах. С одной стороны, это операторы, которые, собственно, наследуют классической императивной парадигме программирования, когда вы указываете языку, что делать. А с другой стороны, это выражение. Мы знаем условное выражение, да? Мы знаем выражения, которые конструируют списки, циклические сборки списков, ну и так дальше. Вот. Соответственно, как ни странно, в Питоне есть и для функций такая штука, потому что вообще Питон задумался как язык с очень неплохой поддержкой функциональной парадигмы программирования. Вот. Соответственно, все, что нужно для функциональщины, в Питоне есть, но чисто синтаксически это выглядит немножко не очень. Ну, в том смысле, что традиционные функциональные языки, именно синтаксически, они лучше выглядят, когда на них пишешь функционально. На Питоне это выглядит странновато. Ну, вполне возможно. Ну, так вот, поскольку лямбда-функции есть в классической парадигме функциональной, в Питоне тоже есть лямбда-функции, и пишется это примерно так. Значит, лямбда мбда бда. Дальше параметры этой функции, ну, скажем, а, б. Дальше, что вы хотите с этим, как вы хотите сконструировать результат выражения? Ну, что-то типа а умножить на 2 плюс 1. Результатом такой конструкции получится функция, которую можно было бы вызвать, если бы мы ее только что не потеряли. Ну, могли бы вызвать, например, вот так. Взять эту функцию и вызвать ее от, только тут не плюс 1, а плюс b. Да? И вызвать ее от двух параметров, 3, 4. Шмяк. Ну или как у нас полагается в Питоне с учетом операции, с учетом duck-typing, да, такую функцию можно вызвать с любыми параметрами. Лишь бы эти параметры поддерживали умножение и сложение в данном случае. Что при этом происходит? Вот такая синтаксическая конструкция создает функцию, неименованную по имени лямбда. Вот. Это можно, кстати, вот так написать, да. Вот. Это полноценная функция. Вот. У него обычный класс function, так же, как у других функций, про которые сейчас буду рассказывать. Вот. И эту полноценную функцию можно отлично вызвать вот там с какими-то странными параметрами. Ну, скажем, вот вам, пожалуйста. Вот, да, спасибо. Значит, лямбда-функции нам понадобятся, наверное, потом, хотя, возможно, на них будет домашнее задание, просто чтобы вы поупражнялись. Вот, значит, тем не менее, обычные функции в Питоне, разумеется, тоже есть, ну, а как и без обычных функций. Вот, и выглядит все это очень-очень просто. Вы пишете def, пишете имя функции, там, допустим, fun, да, пишете список параметров, ну, это тоже a и b, как у нас и было, да, вот, ну, и тут пишете что-то типа c равняется a умножить на 2 плюс b и return c. Разумеется, я мог здесь написать сразу return a умножить на 2 плюс b, я переменную c, имя c ввел с умыслом. Вот. Получается вся такая же история. Да? Единственное отличие лямбда функции от функции с именем при ее создании в операторе def запоминается, как ее в детстве звали, эту функцию. Ее звали fun, значит, она будет fun. Да? В остальном это, в общем, такая же точно функция, как и лямбда. И работает она точно так же. И работает она точно так же. Вот.
В этом смысле Python является одним из не очень многих, но такой, одним из достаточно представительного класса языков, в котором функция, подпрограмма, как, называйте как хотите, не является собственно функцией в точном смысле слова. Вот в языках математизированных, там Fortran, например, или там в Алголе, да даже в Паскале, функция — это такой кусочек кода, такой алгоритм, которому на вход передаются данные определенного типа, и на выходе из него вылезают обработанные данные определенного типа. То есть на вход вот сюда ему подается, значит, какие-то данные, и в return возвращает какие-то другие данные. Поскольку в Python у нас динамическая типизация, неявная, это означает, что мы не можем никак проконтролировать, синтаксически проконтролировать, какого типа данные мы должны скармливать функцию. Мы можем, забегая вперед, скажу, использовать так называемые хинты, подсказки, но не сегодня про них. Вот, сегодня про них говорить не буду. То есть некоторые советы программисту относительно того, какого типа данные ожидаются в данной функции. Но синтаксически ввести типизацию имен мы не можем. В Питоне типизированы не имена, а объекты. Имена там А, Б, С могут быть какого угодно типа. В общем, всем все равно. Да? Значит, соответственно, в Питоне функция — это именованная запись алгоритма. Если ваш алгоритм непосредственно внутрь, ему в мозг встроена проверка типа, окей, значит, в функции будет написано if type от a равно тому-то, делать то-то. Если ваш алгоритм, как, например, в мой, не встроена проверка типа, значит, именованная запись алгоритма не будет проверять тип, а будет пытаться этот алгоритм выполнить над данными того типа, которые ему переданы. Другое дело, что не всегда это работает. Ну, как бы, мы с вами знаем, что мы имеем дело с интерпретатором. Интерпретатор вообще язык, интерпретируемый язык программирования, вообще язык, в котором ошибки рантайма на порядок больше, на два порядка чаще встречаются, чем ошибки синтаксического разбора. И мы опять упираемся, видите, в ошибку рантайма. Да? Значит, это синтаксически вот такое высказывание вполне верно. Более того, Python даже начинает интерпретировать эту команду, вызывает функцию fun. Функция fun начинает вычислять выражение, и вот только вот в этом месте она обваливается со словами: вы знаете, мы тут не можем строчку сложить с целым числом. Вот, не можем и все. Не бывает такого. Поскольку Python — это язык со строгой типизацией, никаких неявных преобразований под капотом не происходит, да? Если это не предусмотрено протоколом, ну а если предусмотрено протоколом, это явное преобразование. Вот, неявных преобразований под капотом не происходит, поэтому мы не можем сотворить операцию сложения между строкой и числом, ежели ее заранее не задали. Вот такие слова, функции. Значит, давайте куда-нибудь улезем. Значит, функция... Ну, немножко как бы теории. Как бы теории, потому что это все всем известное. Ну, когда вы описываете функцию, вот здесь в скобочках перечисляются так называемые формальные параметры. Немножко терминологии, вот, я вспомнил. Вот. Те имена, которые возникают внутри нашей функции, они являются локальными. Сейчас покажу, в чем фишка. Умножить на 2 плюс b. Вот. А всякий раз, когда вы функцию вызываете, операция вызова — это всего лишь круглые скобочки возле имени, можно не имени, можно чего угодно. Всякий раз, когда вы функцию вызываете, происходит, капитан очевидность подсказывает нам, происходит вызов этой функции. Да, и вы подставляете туда фактические параметры. Ну, допустим, вот так написать, да, там fun от
раз, два, print, print, фун, пробельчик поставим. Вообще, рекомендуется арифметические выражения вот так вот записывать. Да, там, ну не знаю, там, как мы уже говорили. Ну и разумеется, никто не мешает вам использовать здесь какие-то выражения, да, там. Ну. Вот. Это число типа Е. Да? Дорогой зигзаг, сегодня лекция спецкурса факультета вычислительной математики и кибернетики под названием «Язык программирования Python». Обсуждаем не Python, обсуждаем функции и замыкания. Вот, значит, в Python. Ну вот, значит, выглядит примерно вот так, да? Вот это вот странно. Почему он не умножился на 2? Что я сделал не так? Вау. А, я тормоз. Я функцию-то не вызвал. Да. Извините. Значит, вот. Да. Вот та же самая картина. Кстати сказать, давайте мы сделаем хитрее. Давайте мы сделаем вот так вот. Python 3 минус и вот этот самый файл. Очень удобная фишка в питоне. Давайте я покажу ее не отсюда, а вот отсюда. Мы можем сказать вот так вот. Python 3 минус и и вот этот самый fun.py. Что при этом произойдет? Во-первых, выполнится файл fun.py, интерпретируется. Во-вторых, вы окажетесь в интерпретаторе. В-третьих, все, что происходило в вашем сценарии, вот этом, в этой программе питоне, сформированное пространство имен останется при вас, и вы можете его поисследовать. Вот. Значит, обратите внимание вот на что. Что, несмотря на наличие в функции fun имен A, B и C, никаких имен A, B и C в глобальном пространстве имен не существует. Их именно не существует. Значит, ну вот, да, то есть, ну давайте ради интереса заведем тут какое-нибудь имя, ну допустим, что там, D. D равняется 100-500. Да? Вот, значит, вот у нас глобальное имя D, которое мы заводили прямо там в файле сценария, а имен A, B и C, они не существуют. Ну, опять-таки, кому я рассказываю, это все совершенно очевидно. Это то, что в языках программирования других называется локальные переменные. В данном случае это локальные имена. Как устроены локальные пространства имен? Они заводятся в момент, когда функции интерпретируются, и очищаются в момент, когда вы выполняете return. Вернее, после того, как выполняете return. То есть, тут где-то должна быть хорошая штука. Вот. Сейчас мы тут вот так вот сделаем. О, страх, ужас. Давайте мы это уберем. Вот. А вместо страха и ужаса, к нему еще мы вернемся, к страху и ужасу. Набьем вот этот наш простой код. Вот он. Да. Я тут воспользовался таким волшебным инструментом, который называется Python Tutor. PythonTutor.com. Вот. Это свободный программный продукт, который вы можете установить на своей машине, если не хотите пользоваться общим. Который исполняет и визуализирует код на питоне. Вот. Вот давайте смотреть, что происходит с пространством имен. Сейчас выполняется, дайте погромче сделаю, чтобы было всем видно. Сейчас выполняется оператор def.
Значит, как видите, внутрь мы не залезаем. Выполнился оператор DEV, который создал в нашем глобальном пространстве имен имя fun, да, ссылающийся на функцию. Вот у нас еще одно глобальное имя, которое ссылается на константу 100-500. Вот мы вызвали функцию fun. И теперь мы ее выполняем. Значит, фактические параметры 1 и 2, вот они. Формальные параметры а и b на них указывают. Сейчас создастся локальное, видите, внутри пространства имен fun. Локальное имя c, которое будет ссылаться на 4. Теперь будет выполняться оператор return. Мы подготовили, Python подготовил возвращаемое значение, которое ссылается на тот же этот самый объект 4. После чего выполнится функция print, эта четверка написалась, ни одной связи, в том числе на объект 4, не осталось, потому что мы не связали результат работы fun. И у нас мы опять возвращаемся к чистой картинке. Вот опять такая же история. Да? Вот. В тот момент, когда вы, после того, как выполнится оператор return, пространство имен вот это уничтожается. Шмяк. Вот такие дела. Блин. Вот. Кстати сказать, чтобы было понятно. Давайте мы это отредактируем. Кстати сказать, функция является обычным объектом. Ну, просто обычным. И мы можем написать, например, вот так вот. Фу-фу-фу равняется фун. И будет выглядеть это совершенно однозначно. Будет выглядеть это вот так вот. Вот мы создали с помощью функции def, создали оператора def, создали функцию по имени fun. И ей присвоилось имя fun. В смысле имя fun, да. А вот теперь у нас два имени у функции. Мы можем даже удалить одно из них. Ну, это как полагается в обычных объектах. Всем, кто заинтересовался самим инструментом, во-первых, напоминаю, говорю, что есть такой сайт Python Tutor. Во-вторых, напоминаю, что это свободный инструмент, свободный программный продукт. Вы можете это достаточно легко установить на свой собственный компьютер, вот, и пользоваться этим. Ну, в общем, вот. Мы помним, что функция dir показывает нам имена, а вот если мы скажем globals z, то мы получим не только имена, а прям словарик такой. Имя и значение, имя и значение. Да, имя D, значение 100-500. Значит, так вот, по аналогии с Globals, разумеется, есть и, значит, Locals. Давайте мы его сюда добавим. Давайте здесь напишем, вот здесь вот print. Нет, не здесь, давайте при вызове функции напишем. Значит, вот это все удалим. Ну и закомментируем. Вот, а здесь напишем что-то типа, вот, тут вот print globals z. Вот. Здесь же напишем print locals. И вот здесь напишем print locals. Давайте только снабдим это метками. G это globals. L1 это locals. И L2 это locals только после того, как была задана имя C. Ничего такого вот, ничего такого противоестественно не происходит. Обратите внимание, значит, внутри функции нашей функции fun, внутри нее глобальное пространство имен совпадает с нашим пространством имен глобальным, разумеется, это оно и есть. Вот у нас функция fun, больше ничего там нету, переменную D мы удалили, это какие-то внутренние переменные. Локальное пространство имен в тот момент, когда мы еще не вызвали, не создали имя C, состоит из двух имен A и B. В тот момент, когда мы уже создали имя C, из трех A, B и C. Это локальное пространство имен, как мы видели сейчас на примере в Patent Tutor, уничтожается при выходе из функции. Вот такая простая интерпретация того, что такое функция в Python, как запись алгоритма. Мы создаем специальное пространство имен. В это пространство имен напихиваются имена формальных параметров нашей функции, б те имена, которые мы будем заводить при работе внутри этой функции. Вот.
Имена формальных параметров связываются с фактическими параметрами, чтобы, значит, ими пользоваться. Ну, вот, и все это уничтожается после того, как мы выходим из функции. Обратите внимание, не объекты уничтожаются, уничтожаются локальные имена, уничтожаются содержимое пространства имен. Если, допустим, у нас на объект было, ну давайте еще, вот тут вот, сейчас надо отредактировать, вот это надо убрать, это надо тоже все убрать, вот тут вот res поставить, вот так вот, и написать print res. Вот, так вот, если, допустим, на объект, который мы передаем в функции в качестве формального параметра, еще были ссылки, разумеется, он не удалится, потому что эти ссылки, ну, не все кончились. Ну, вот смотрите, определяем функцию fun, определяем объект d. Сейчас мы зайдем в функцию fun. Обратите внимание, что в функции fun формальный параметр a ссылается на то же, на что глобальное имя d. На вот этот 100500. То есть вот этот 100500 у нас не исчезнет, потому что он связан именем d. Да? Дальше мы вычисляем результат, формируем возвращаемые значения. Смотрите, у нас есть ссылка у нас с этим объектом 201002 связано два имени. Ну, в смысле, есть две связи, имя c и некоторые возвращаемые значения. И это возвращаемое значение вот здесь вот будет связано именем res. Поэтому, если мы скажем вот так вот, обратите внимание, этот объект никуда не делся, на него теперь ссылается, мы его связали именем res, ну и дальше вот, собственно, все. Вот, то есть, понятное дело, что идеология refcounting, да, подсчета ссылок, она работает точно так же, как работала всегда, и тут ничего особенного нет. Значит, это я про имена. Разумеется, ну тут как бы бабки не ходи, во всех языках программирования это так. Имена в локальном пространстве имен и имена в глобальном пространстве имен, они разные, и они вполне себе могут совпадать. Ну давайте тут еще, ну давайте сначала так. Шмяк. Поехали. Определили. А. Че, ошибка какая-то? А, D, потому что я идиот. Че не так? Ага. Он мне предложил объяснить, какую я ошибку поправил. Вот, смотрите. Создали объект А. Обратите внимание, это глобальное имя, это локальное имя. Причем просто, не просто локальное, а локальное внутри вызова этой функции fun. Да? То есть в том пространстве имен, которое создалось, когда мы вошли внутрь функции fun. Ну, дальше все хорошо. Вот. Вот, пожалуйста. Обратите внимание, что несмотря на то, что у нас... Давайте мы еще вот так сделаем. Теперь еще... c равняется 42, не так, естественно, а c f равняется 42, а тут еще напишем, ну, не знаю, там, минус 1. Вот. Обратите внимание на две вещи. Ну, первое, очевидное, мы сейчас определили два имени а и c, и, разумеется, имя c в глобальном пространстве имен будет равно 42, потому что мы его не меняем. Еще мы определили глобальное имя f и используем его вот здесь, да? Поскольку мы не заводили сами этого имени, это имя будет считаться глобальным, что мы сейчас увидим. Вот смотрите, вот мы создали три объекта, связали их тремя глобальными именами a, c и f. Теперь мы полезли в функцию fun. В функции fun в данный момент в ее пространстве имен существует только имя a и b, они ссылаются туда и туда. Вот. И при поиске имени f сначала будет происходить поиск в пространстве имен локальном, а если мы там не нашли, то в глобальном. Поэтому вот эта операция сейчас сработает. Почему она сработает? Потому что a было найдено в локальном пространстве имен, b было найдено в локальном пространстве имен, а f не было найдено в пространстве имен локальном, зато было найдено в пространстве имен глобальном. Все произошло ровно так, как и проделалось, получилось 1001. Вот,
Что же касается имени C, то оно как связывало объект 42, глобальную имени C, так и будет связывать глобальный объект 42. Никаких дополнительных штрафов за то, что эти два имени совпадали, мы не получили, ничего не изменилось, все было хорошо. Вот. Тут встает вопрос, по какому принципу определяется, ну, видимо, нам надо вернуться к патентьютору, по какому принципу определяется вот это F, глобальный или локальный? Казалось бы, ответ простой. Если переменной, то есть имени данного, данное имя не определено на момент вычисления выражения, то его надо искать в глобальном пространстве имен. Если же оно определено, то это значит в локальном, значит оно локальное. Это, конечно, хорошая идея, но плохая, потому что не очень понятно, как быть с ситуацией, ну, допустим, вот такой. Сейчас, давайте мы поправим здесь, значит. Сейчас мы сделаем так. Итак, у нас c равняется a плюс b плюс f. F равняется 100-500 и c минус равно f. Вот. Что изменилось? Казалось бы, все хорошо. А нет. Изменилось следующее. У нас имя f внутри этого контекста выполнения одновременно играет роль и глобального, и локального. То есть, с одной стороны, оно со всей очевидностью локальное. Вот в этом месте мы связываем локальным именем f некий объект. А вот здесь вот получается какая-то фигня, потому что если имя f локально, то как вычислять это выражение? А если мы не договоримся и будем считать, что в этот момент имя f локально, а в этот момент глобально, а в этот момент локально, но получится сущая ерунда. Вот. Поэтому в питоне сделано следующим образом. Та-дам! Смотрим сюда. Unbound local. То есть, ну, давайте вот попробуем здесь это сделать. Значит, может быть, тут будет виднее и понятнее. Значит, еще раз. Вот мы делаем переменную def fun. В этой функции fun мы сначала пишем c равняется a плюс 1. Потом пишем a равняется 2. И, ну, то есть, ну, return c, допустим, да? И вызываем этот фун от без параметров, а глобальную переменную a выставляем в значение, ну, скажем, 2. Да? Вот. При попытке выполнить такую операцию возникнет сообщение об ошибке, что означает, что Python, когда вы выполняете оператор def, не только ну, как бы складывает, транслирует вот выражение оператора, который внутри функции находится в байткод, но и проводит определенный синтаксический анализ этого кода на предмет того, в каких ролях используются имена. И тот факт, что у вас имя А участвовало в правой, это левое, в левой части операции связывания, означает, что имя А локальное, и это в свою очередь означает, что вот здесь вот при попытке выполнить, еще раз, не лексически, при попытке выполнить эту операцию произойдет, значит, ошибка, runtime ошибка, и вам скажут, что, извините, в этой функции таблицы имен, в таблице имен А считается локальным, только его еще пока нет. Да? Значит, чтобы было понятно, что это именно runtime, давайте здесь напишем какой-нибудь print. Куку 1. Ну, или просто 1, чтобы не куковал лишний раз. Вот здесь вот напишем print 2. Вот. И вы увидите, что видите, значит, нам вывелся и 1, и 2.
И только после этого, при попытке выполнить вот эту операцию, интерпретировать ее, возникла unbound local error. То есть мы выполнили вот это, мы выполнили вот это, мы зашли в функцию, мы выполнили вот это, и только в этом месте выяснилось, что локальное имя А еще пока ни с чем не связано, но оно локальное. Вот такие дела. Значит, тем самым мы можем освободиться от ситуации, когда мы случайно завели глобальное имя и случайно его перебили внутри нашей функции. Вот такого теперь не может быть, потому что как только мы что-то перебиваем, это что-то сразу становится локальным именем. Если мы хотим все-таки модифицировать глобальное имя, ну, окей, так и пишем. Вот. А вот вопрос, зачем это нужно, хороший вопрос. Все работает. Значит, в принципе, ситуации, когда у вас есть глобальное имя, которое нужно менять внутри какого-то вот кода, эта ситуация, ну, такая редкая. Глобальными, вообще говоря, должны быть константы. Но они и так глобальны, если их не перебивать внутри функции, отлично, можно к ним ходить пешком, ничего не менять. Константы — это в смысле такие имена, которые вы не собираетесь перебивать. Если все-таки у вас есть такая вещь, ну когда это бывает нужно? Ну, например, для того, чтобы какие-то совершенно отдаленные части вашей программы, какие-то функции, могли откладывать друг другу какие-то значения в специальные коробочки, а потом их передавать друг другу. Да? Вот тогда, конечно, у вас есть два варианта. Либо вводить в качестве параметра еще список, либо просто global. Понятно, что такое. Ну, смотрите. Ну, давайте я по-быстрому попробую вот так вот сделать. Смотрите. Вариант. Глобальная переменная. Ну, глобальное имя. Функция 1. Которая, ну, dev, естественно, которая модифицирует глобальную переменную. Global g, g плюс равно 1. Функция 2. В терминах Паскаля, например, или там вообще в терминологии Никлауса Вирта, это не функция, а подпрограмма, как видите. Global g, g плюс равно 2. Да, ну и тут вот даже не так сделаем ради интереса, поскольку так оно работать будет тоже. Значит, написали g равно, ну скажем, 100-500, fun1 и fun2 там какой-нибудь, да? И print g. Вот, эта ситуация как раз понятна, да, 1508. Эта ситуация как раз понятная, когда вы меняете некое глобальное имя внутри переменной. Я уже говорил, что это не очень хорошо, потому что, ну, как бы, вы должны хорошо понимать, что делаете. Но альтернатива, в общем, довольно синтаксически тухлая. Вы можете сделать так. Вы можете написать g равняется список и передавать его в качестве списка. Ну, допустим, здесь всегда будет 0, да? Ну, кстати, не такая уж и тухлая альтернатива, вообще-то. Тогда давайте сделаем вот так вот. А отсюда это уберем. Вот. Вот вам, пожалуйста, ситуация, когда я вынес то место, где у нас связано наше общее значение для двух функций, из глобального namespace в внутрь списка. Фактически я организовал свой собственный маленький namespace. И с ним хожу. То есть, фактически, вот это G играет роль пространства имен, в котором лежат все нужные изменяемые параметры. Ну, вот давайте посмотрим, это вообще работает. Missing. А, ну да, естественно. Вот так. Ну, вот, пожалуйста. Ну, единственное, что понятно, там, да, мы как бы... Вот так. Вот. Вот тот же самый код, написанный без использования модификации глобальных имен.
именно так, да, без перебития глобальных имен. Потому что фактически мы специально организовали маленькое пространство имен, которое передаем в качестве пары. Такие дела. Почему-то это считается сложной темой, хотя я совершенно не понимаю почему, а именно, что функция является объектом. Ну смотрите, ну вот у нас есть функция, давайте ради интереса лямбдой возьмем, или нет, давайте ради интереса дефом возьмем, дефум от а, б, ну как обычно все, да, return а умножить на 2 плюс b, да, вот, фун. Это просто объект. Вы можете связать его другим именем. Вот. Без скобочек, естественно. Вы можете его по этому имени вызвать. Вы можете удалить исходное имя. Какая разница-то? Пока у нас refCount не равен нулю, мы отлично можем пользоваться данным объектом. Вот. Да? Значит, обратите внимание, что, разумеется, это тот же самый объект. У него даже, он даже помнит, как его в девичестве звали. Видите, у нас уже в текущем пространстве имен нету имени фун, но функция еще помнит, что ее когда-то звали фун. Вот, хранится в поле name. Так вот, специфика темы состоит в том, что мы можем... Сейчас отвечу на этот вопрос. Значит, специфика темы в том, что мы можем передавать функцию в качестве параметра функции. Ну, это просто обычный объект. Ну, давайте вот так сделаем. Метафун. Мета. Вот а, запятая, б, запятая, f. Return. Ну, давайте возвратим парочку. F от а, запятая, b. F от B, запятая A. Тыдыщ. Мета. 1, 3. Фун. А, у нас фун нет. F. Тыдыщ. Def F2. Ну, или давайте лямбда напишем. F2 равняется лямбда. Бмда. Это мое любимое слово. Лямбда от A, запятая B, двоеточие B минус A. F2. То есть, ничего военного в том, что функция является объектом, нету от слова совсем. Это просто такой объект, который просто связывается вот таким именем внутри этого пространства имен функции мета. Да? Тот факт, что мы внезапно вызвали его в качестве функции, ну, слушайте, мы можем попробовать и объект А. У нас есть объект А. У нас есть. Ну хорошо, а равняется 100-500. Мы можем попробовать и обычный объект вызвать в качестве функции. Он просто не вызовется. Вот и все. Любой объект, который у вас есть в пространстве имен, вы можете попробовать вызвать в качестве функции. Ну, например, у нас есть класс int. Его тоже можно попробовать вызвать в качестве функции. Ой, а он работает. Просто присобачить к нему круглые скобочки, а дальше посмотреть, что получится. Поэтому мы просто передаем какой-то объект, какие-то три параметра внутрь функции мета. Вот, там пытаемся их интерпретировать, последний из них как callable, то есть какой-то такой объект, у которого есть возможность вызвать его как функцию, и он вызывается. Сейчас я сделаю паузу и отвечу на вопрос зигзага. А, вот распаковка, хорошее место для паузы. Значит, я не знаю, что такое виртуальная среда. Вот. Сегодня, кажется, вторник. Значит, вот эта надпись имеет отношение к интерпретации так называемых сценариев или скриптов во всех Unix-системах, ну и в Linux в том числе. Значит, маленькое отступление от темы, совсем маленькое. Поскольку в Linux нету понятия расширения, все файлы совершенно одинаковые, вне зависимости от того, как они именуются. Вот. То... Ой, господи. Как он выглядел, фанфун? Ну, хорошо, фун 2. Вот.
то является ли файл программы или нет, в Linux проверяется по вот этим вот так называемым атрибутам. Вот, да? Вот этот файл не является программой. chmod плюс x. А вот этот файл является программой. Видите, тут теперь буква x от слова execute. Так вот вопрос. Если этот файл является программой, то как его выполнить? Ну, то есть понятно, как выполнять бинарники. Бинарники — это специальные загружаемые в память файлы, которые как бы раскладываются и выполняются. Если эта программа текстовая, как наш fun.py, да? Если я ее запускаю, кто нам выполняет вот эти команды? Правильный ответ. Эти команды выполняет Python 3. То есть вот эта вот волшебная строчка означает буквально следующее. Найти, запустить утилиту, которая найдет Python 3, этот Python 3 запустить и в качестве параметра ему скормить вот этот файл. Вот. Тема закрывается. Я просто ответил на вопрос. Да, значит, можно было написать вот так, смотрите. Может быть, это чуть-чуть понятнее будет. Можно было написать вот так. Тогда это как бы, ну, это более прямой способ, да? Python 3 у нас лежит в каталоге userbin. Соответственно, здесь мы говорим шибанг, то есть решетка, восклицательный знак. Дальше указываем интерпретатор, ой, только это фан-фан, да? Интерпретатор, который будет это все выполнять. Ну и говорим что-то типа print, ну там, куку. Теперь он должен быть исполняемый. Вот. И теперь мы можем выполнить. Что будет, если мы уберем шибанг, сделаем вот так вот? Нам явно какой-то другой интерпретатор начал выполнять. И, разумеется, это другой интерпретатор. Это, собственно, интерпретатор командной строки, который называется shell. Ну, а с точки зрения shell, эта конструкция синтаксически невалидна. Так, это было отступление. Распаковка, запаковка параметров. Отличная идея. Значит, смотрите, все очень просто. Вот у нас есть функция, допустим, от трех параметров A, B, C. Ну, пускай она просто что-нибудь выводит. Такая вот просто функция. Мы с вами помним, что в питоне вообще с последовательностями, особенно с кортежами, нет, с любыми последовательностями, соврал, с любыми последовательностями довольно веселая картина. Мы можем написать что-то типа x, y, z равняется 1, 2, 3. И у нас справа будет стоять последовательность. Она распакуется и свяжется с последовательными именами x, y и z. Я об этом чуть ли не на первой лекции говорил. Так вот, такая же картина может быть и в случае передачи параметров функции. Мы можем взять какую-нибудь последовательность, ну, скажем, все тот же кортеж. И передать ее функции fun. Только не так, потому что у функции fun три параметра, а мы передали один. А вот так. Что при этом произойдет? Та последовательность, которую мы передаем функции fun, распакуется. И если нам повезло, и там реально три элемента у этой последовательности, они свяжутся именами A, B и C, там в пространстве имен функции fun, ну и, собственно, вуаля. Я уже говорил о том, что тут может стоять какой угодно последовательность. Ну, например, range, да? Какая угодно последовательность. Она совершенно не обязательно должна быть индексируемая, она совершенно не обязательно должна быть хранимая. Просто при ее распаковке, при прохождении по ней цикла, должно получиться столько элементов, сколько мы задали в нашей функции. И это что касается распаковки. Причем эта распаковка может быть частичной. Можем написать вот так вот, например, fun от, ну, допустим, c2 равняется 5,6. Можем писать так: fun от 1 c2, только со звездочкой. Ну или c2 1. Просто какой-то кусок формальных параметров.
можно передавать внутри последовательности, предварительно сказавши питону, что он, чтобы эту последовательность он распаковал. Совершенно аналогично можно сделать наоборот. Написать так. Def fun от звездочка c. Мы написали функцию, которой можно передавать любое количество параметров. Смотрите. Обратите внимание, я поставил звездочку перед последовательностью. Что это означает? Я распаковал все параметры этой последовательности. Они последовательно превратились вот в такое. Вот. Ну а в нашей функции фон они все обратно запаковались в кортеж C, о чем, собственно, нам и рассказали. Вот. То есть вот это синтаксис со звездочки означает в случае вызова функции распаковку фактических параметров, а в случае описания функции запаковку формальных параметров, которые тоже могут быть вот такими, конечно же. Да, можем там вот так написать. А, не можем. Не можем. Об этом чуть-чуть позже разговор. Ну, вот так можно написать. А вот так можем. Вот. Значит, обратите внимание на то, что в обратном порядке мы не можем это сделать. Вот по какой причине. В функциях. Так, нет, я сейчас к этому вернусь. Значит, я расскажу про сложность этой операции. Значит, вопрос, опять-таки, была бы у нас лекция совсем онлайн, я бы вопрос дал в зал. Ну, значит, сейчас я его, как это, вопрос будет риторическим, я его сам задам, сам на него отвечу. Вопрос вот какой. Насколько эта операция, распаковка и запаковка параметров, сложная, вычислительная? В каком случае функция будет работать быстрее? Когда мы напишем вот так вот? Или когда мы напишем что-нибудь типа c равняется 1, 2, 3, 4, 5, 6 и fun от звездочек c? Вот какой из этих вызовов, вот такой или вот такой, будет работать быстрее? Правильный ответ. Никакой. Оба одинаково. Потому что со всей очевидностью именно так, то есть передача с помощью кортежа и устроена передача параметров в питоне. То есть никаких таинственных внутренних структур питон не делает. Он формирует из наших фактических параметров кортеж, и этот кортеж передает функцию. Если мы в функции по чечане написали что-нибудь вот вроде такого, точнее вот такого, да, это будет всего лишь означать, что передаваемый кортеж свяжется, первый элемент, его нулевой элемент свяжется именем D, а из остатков будет собран кортеж под именем C. Все. То есть все вот эти запаковки и распаковки, они все равно имеют место. Поэтому такие операции абсолютно дешевые, и если вам удобно их применять при решении ваших задач, применять их при решении ваших задач, не стесняйтесь. Следующая хитрость, на которую, собственно, нас ругалась вот эта штука, это так называемые именные параметры. Вы можете написать вот так. Fun, все тот же def fun. Здесь написать что-то типа a, b равно нулю, c равно единице. При этом у вас сыграет сразу два различных инструмента, которые долгое время в питоне были объединены, а вот в 3.5, кажется, питоне их развели, или в 3.3, не помню. Ну, короче говоря, я про это расскажу в следующий раз, не сейчас. Вот. Два инструмента. Во-первых, именованные параметры, и, во-вторых, значение параметров по умолчанию. Что значит по умолчанию? Это значит, что вы можете написать, например, вот так. Или вот так. Или даже вот так вот.
Нет, у нас не А, Б. Б равно 18. То есть именованные параметры, которые должны идти после позиционных. В этом главная проблема, когда я попытался сделать вот так. Вот. Она считает, что D это именованный параметр, даже пускай у него нет значения по умолчанию. Вот. Потому что все параметры, которые не именованы, они попали в C. Ну, все. Значит, тот, который идет дальше, он должен называться D. Ну так вот, значит, вот этот синтаксис позволяет одновременно задавать значения по умолчанию и их не использовать. Ну, кстати сказать, от нуля переменных функция, естественно, не определена, потому что уж один позиционный параметр должен быть. А, вот. Вот. Одновременно задавать и значения по умолчанию, и именные параметры, которые мы с вами уже, кстати, использовали. Я думаю, что вы помните, что, например, функция print, а это самая обычная функция, да? Вот. Да елки-моталки. Ща. А, Б, С равняется. Хорошо, пускай будет ББ. Да. Принт. Да принт же. Вот. Так вот, функции print, которые мы с вами уже много раз изучали, есть, например, именованный параметр, который называется sep, использование которого приводит к тому, что вместо пробела ваш вывод будет разделен вот этим сепаратором. Да? Есть, например, параметр end, использование которого приводит к тому, что в конце вывода будет выведено вот это вот все. Обратите внимание, что после точки не следует перевода строки, и поэтому у нас тут такая вот интересная фигура получилась. Вот. Вот как это используется в real life. Не понимаю вопроса. Значит, да, правда не понимаю, что такое ровный сдвиг и математика. Вот непонятно. Мы дальше будем еще изучать свойства функции, но мне кажется, этого вполне достаточно, за исключением двух интересных случаев. Сначала про рекурсию. Есть такая штука в теории вычислимых функций, как хвостовая рекурсия или более точно. Нет, ну сначала про то, что такое рекурсия. Я думаю, все здесь присутствующие знают, что рекурсия — это когда функция вызывает сама себя. Ну давайте нарисуем в рекурсивную функцию. Причем ради интереса вот здесь ее нарисуем. Прям вот. If A больше нуля, return A плюс 2 плюс fun от A. Значит, казалось бы, ну просто функция. Ну и она себя вызывает другую функцию. Что мы при этом увидим, когда мы ее... Как все это получается? Вот мы определили нашу функцию fun, вот она. И у нас в глобальном пространстве мен определилось имя fun. Вот мы залезли в нашу функцию. Вот мы залезли в нашу функцию, проверили, что параметр у нее меньше нуля, в смысле больше нуля. И снова вызвали функцию fun. Обратите внимание, это другое пространство имен. У нас уже их два.
Оба из них пространство имен от вызова функции fun. В каждом из них у нас есть имя A, но это разные имена, потому что они принадлежат разным пространствам имен, и мы, соответственно, пользуемся в каждом из этих вызовов разным значением A. Ну и потом снова, и еще снова. И еще снова, а вот здесь вот больше нуля, и еще снова, а вот здесь вот нет, у нас а равно минус единице, нет, нулю, да, при очередном вызове. Поэтому мы возвращаем из значения 1, попадаем вот сюда, здесь нам нужно тоже возвращать возвращаемое значение, при этом мы его 1 умножить на 2 плюс предыдущее значение. Возвращаемся в предыдущий скоб. Здесь у нас уже возвращаемое значение 7. Следующее 13. Следующее 21. Ну и, вот. И собственно, пишем вот этот самый 31. Вот. Значит, вот здесь мы имеем пример как раз той самой хвостовой рекурсии. Точнее, если более грамотно говорить, хвостового рекурсивного вызова процедуры. Который, вообще говоря, при известном подходе, при известной агрессивности оптимизации, позволяет обойтись без вот этого нагромождения пространства имен. Смотрите, когда мы доходим до конца вот этой штуки, нам больше не нужно вот это пространство имен. У нас уже вычислено значение А. То есть фактически мы могли бы это все заменить на обычный цикл. Совсем другая картина, когда у нас внутри этого кода после рекурсивного вызова появляется еще что-то. Ну, например, вот так. То есть, прежде чем вычисленное значение передать обратно и закрыть текущий скоб, текущий контекст вызова, мы выполняем еще какие-то, ну там, еще какие-то операции. Вот. В этом случае мы заходим в функцию, и прежде чем из нее выйти, должны выполнить еще некоторые действия. Видите? Вот. А это означает, что никакими средствами оптимизации вот такого рода рекурсию невозможно превратить в линейный цикл. У нас всегда нужно иметь представление о внутреннем пространстве имен, в котором есть еще что-то, кроме текущего значения А. Вот. Что это значит? Это значит, что буквально переписав немножко одно и то же выражение на питоне, мы можем получить две разные ситуации: хвостовую рекурсию и нехвостовую. Значит, дальнейшее рассмотрение этой темы я закрываю, потому что Гвидо довольно явно написал на эту тему, что, ребята, смотрите, все очень круто. Хвостовая рекурсия – это, конечно, очень, вернее так, элиминация, да, избегание хвостовой рекурсии – это, конечно, очень клево. Вот, но я ее делать в языке не буду, потому что это получится, что эффективность, интерпретация и работа с пространствами имен в вашей программе зависит от того, добавили вы в конец вашей рекурсивной функции одну строчку с незначащим арифметическим выражением или не добавили. Да? Ну, то есть, это сильно усложнит понимание, и если вы хотите реализовать хвостовую рекурсию, Бог вам в помощь, есть множество способов это сделать, ее сымитировать в питоне. Имитируйте на здоровье. Из того, что мы наблюдали в Python Tutor, следует, что область применения рекурсии в большинстве языков программирования, где нет вот такой хвостовой оптимизации, в общем, ограничена.
Во-первых, это очень тяжелая операция. Она приводит к созданию целого контекста вызова, целого нового пространства имен, по которому идет поиск и так дальше. Вот. И, как правило, глубина рекурсии ограничивается. В Питоне она ограничена, кажется, 1000. То есть, если мы напишем вот такую программку, сейчас давайте мы ее напишем прямо. Если мы напишем вот такую программку, ой, да это можно было, наверное, сделать не так. Вот это можно было прямо в командной строке написать. Вот. Как видите, мы даже до 1000 не дошли, потому что, видимо, какое-то количество вызовов уже было затрачено. Вот. На 995 мы упали. То есть, да, где она там, наша функция, она вызывала сама себя и довызывалась до, как-то, до того, что все падает. Не лишний здесь заметить, что бывает еще так называемая рекурсия типа B, когда одна функция вызывает другую, другая третью, и все они по цепочке в результате вызывают первую, первую опять вызывает вторую, ну и так дальше. Для нас с вами разницы никакой. Каждый вызов функции, любой из любой, приводит к образованию соответствующего пространства имен и соответствующего контекста вызова. Сама ли себя функция вызывает или другую функцию, какая разница? Да, вот я как раз хочу сказать, что увеличивать глубину рекурсии в Питоне не надо, потому что если вы обрабатываете какие-то входные данные, коих у вас число n, и внезапно выясняется, что глубина рекурсии по обработке этих данных кратно этому самому n, то вы просто реализовали цикл. Не реализуйте цикл. В смысле, не так. Не реализуйте цикл с помощью рекурсии. Реализуйте цикл с помощью цикла. Если у вас глубина вложенности вашего рекурсивного вызова линейная по отношению к количеству данных, вы просто реализовали цикл. Вам не нужно ничего делать было. Хороший критерий состоит в том, чтобы глубина рекурсивного вызова была вычислительно меньше, чем линейная, например, логарифмическая. Типичный пример – это алгоритм сортировки, там, или бинарный поиск, или сортировка слияниями. Короче, что-то, что позволяет количество данных при очередном рекурсивном вызове уменьшить в два раза. Вот. Повторяю, если бы у нас был язык программирования по-другому устроенный, в котором хвостовая рекурсия играла бы важную роль, то в таких языках программирования иногда и циклов-то нет. Они реализуются с помощью хвостовых рекурсий. Вот. Но нет, в питоне все в каком-то смысле проще. Такие дела. Значит, домашнее задание обязательно будет на рекурсивную функцию какую-нибудь. Я думаю, что мое любимое бинарное возведение в степень, если оно давно не было, вот его задам. Вот. Обратите внимание, что я тут скопипастил из предыдущей лекции рассуждения свои про замену замещения рекурсии стеком. Боюсь, что у меня осталось 20 минут времени на все. Мне не хватит, чтобы подробно объяснить, что здесь происходит. Давайте я покажу на пальцах. Вот. Ну, просто совсем на пальцах. А как бы, если что непонятно, можно и обсудить, и как бы устроить какой-нибудь спин-офф отдельный под это дело. Ну, в общем, вот. На пальцах примерно следующее. Допустим, мы написали рекурсивное решение задачи следующего вида. Мы на вход получаем последовательность. Вот. И мы должны из этой последовательности вычленить все, не так, проверить, есть ли в этой последовательности числа, сумма которых дает конкретное S. Да? То есть, вот у нас последовательность, надо выбрать из нее произвольную подпоследовательность, сумма которой равна S. Да? Значит, если у нас, как условно рекурсия, вот у нас есть накапливаемая часть, в эту накапливаемую часть мы будем складывать предположительно слагаемые, собственно, про которые будем проверять, что их сумма равна S. Вот если она уже равна, отлично, мы возвращаем нарез.
Если, тем не менее, она не равна, то есть мы провалимся вот сюда, тогда мы что делаем? Тогда мы берем и в нашу последовательность, ну понятно, если там больше мы ничего не делаем, вот, берем нашу последовательность и вызываем рекурсивно функцию субсум, а в качестве параметра я передаем, ну понятно, исходную последовательность, нет, искомую сумму, под последовательность, начиная с того элемента, который мы выбрали за очередную сумму, ну а к, значит, результату этот элемент добавим. Да? То есть что мы делаем еще раз? Да? Мы проходим всю нашу последовательность, берем каждый элемент его по очереди, добавляем этот элемент в результат и рассматриваем последовательность, которая лежит за этим элементом. Вот. Собственно, все. Вот вам рекурсивный алгоритм. Да. Соответственно, если у нас сумма такая есть, мы возвращаем эту сумму. Если нет, в результате все обломилось, то возвращаем пустой список. Все. Простейший рекурсивный алгоритм. Надо понимать, что это вот нас отсылает к теории вычислимости и вот ко всему остальному. Есть такие, вот есть связанные перемены, не связанные перемены, вот это все. Но с точки зрения вот такого грубого анализа есть изменяемая часть. То есть такие имена, которые во всем рекурсивном вызове всегда одинаковы. И могли быть глобальными вообще. Например, S. А есть изменяемая часть. Да? Это то множество, с которым мы работаем. Ну, в данном случае список. Да? И список слагаемых. Помните картинку, когда мы вызывали функцию друг из друга? У нас пространство имен как раз работают хранилищами вот таких изменяемых значений. В каждом из рекурсивных вызовов секу и рез ссылается на новый объект. То есть фактически у нас такой список из этих объектов строится. Ну, то есть строится список из пространств имен, и мы в каждом пространстве имен работаем с соответствующим объектом, поэтому нам так просто это записать. Если мы хотим избавиться от рекурсии, что мы делаем? Мы заводим явно тот самый список этих самых пространств имен. Ну, точнее, стек. И всякий раз, когда у нас здесь стоит рекурсивный вызов, в случае замены рекурсии стеком, у нас будет стоять вот такая вот штука. Мы будем... Ну, если понятно, если, значит, результат нормальный, то все хорошо, мы возвращаем рез. А если результат ненормальный, мы записываем в наш стек все варианты, которые, собственно, которые должны быть в будущем рассмотрены. Да? Значит, пар. Значит, что нам нужно получить сейчас? Какие тут пары-то, господи? Сумму, которую нам нужно получить, да? Только тут почему-то наоборот, чуть надо посмотреть, так я это делал, не так. Что мне кажется, здесь задом наперед. Ну ладно, не будем сейчас проверять. Я эту штуку скопипастил с прошлой лекции. Обещаю вам проверить ее. Если вдруг что-то не работает, то да. Ну короче, если в черне, да, то вместо того, чтобы вкладывать вот эти пары, да, секу и рез в пространство имен, мы их просто складываем в список, а потом по этому списку проходимся. Вот и все. Что-то у меня есть подозрение, что тут надо наоборот. Ну, короче, я после лекции проверю. На самом деле есть еще одна важная тема. Которую я решил рассказать сегодня же. Надеюсь, я успею сделать это за оставшиеся 8 минут. Тема сложная, но в то же время простая. Значит, вот смотрите. Вот есть прекрасная у
функция, внутри которой определяется функция, а почему бы нет? Кто нам мешает определить функцию внутри функции, да? F равняется F1 от 100. Значит, что здесь происходит в этом очень коротком коде? Да? Мы определили функцию f1, внутри которой определили функцию, которая называется f2. Вот. Эта функция s2 просто возвращает этот самый x. Вот. Вот такая функция. Ну и, собственно, эту самую определенную функцию мы возвращаем. Да? Вот. Что это? Какая-то хрень. А что за хрень? Откуда она возникла? Сейчас покажу. Итак, все, казалось бы, хорошо, и все работает совершенно прозрачно, да? Ну, правда, прозрачно работает. Да? У нас есть функция, которая возвращает какую-то константу. Пускай она ее возвращает. Одна маленькая проблема. Отлично. Да? Значит, мы определили функцию f1, внутри которой определяется функция 2, возвращающаяся константу. Вот эта константа x. Вот эта функция f2. Она находится внутри пространства имен функции f1. Внимание, вопрос. Что вот это за фигня? Эта фигня, вот она, говорит нам о следующем. Ребята, мы тут вышли из функции f1. Ну, вышли мы из нее. А у вас, извините, одно имя залипло изнутри пространства имен этой функции. Мы не можем его уничтожить целиком. Вот оно. Мы не можем его целиком уничтожить. Нам придется вот это x откуда-то брать. Где это x вообще лежит? Вот. Ну и там можно еще более сложный пример. Вот такой вот, да? Понятно. То есть, в чем идея? Давайте почитаем. Значит, вот функция – это объект. Ее можно изготовить внутри другой функции, без вопросов. Важно, что функция f2 возвращает нечто, не являющееся с одной стороны глобальным именем. Ну, у нас она называлась x, но не является, да? А с другой стороны, это имя не локально в том смысле, что его нельзя удалить. F2 должна этот x возвращать. Черт побери. Имя пускай теряется. Главное, чтобы объект не удалился, при fcount равен нулю. Понимаете, в чем проблема? Вот. То есть, смотрите. Ну, давайте вот так сделаем. Давайте мы еще раз, я попробую еще раз показать вот эту картинку. Давайте мы еще ради интереса сделаем вот не так вот, а вот так вот. Смотрите. F, не F, а там Y равняется 100-500. Y. И удалим этот Y. Вот. Внимание, сейчас у нас образуется объект 100-500, у него сейчас есть две ссылки, одну мы удалили, и теперь на него не ссылается ничего из глобального пространства имен. То есть Python вынужден иметь где-то в голове штуку, в которую при вызове функции f1 оказывается вот этот залипший объект x, вот этот. Видите? Эта процедура называется замыкание. Давайте посмотрим, как это достичь. Значит, если мы готовим внутри другой функции, определяем функцию внутри другой функции и пользуемся локальными именами для того, чтобы работать,
то у нас получается такой кусочек пространства имен, который нельзя выпиливать, потому что он нужен для вот этой функции F2. И это и есть замыкание пространства имен. И эта штука на самом деле действительно сложная, как тут правильно говорит человек с ником ЕХА Держ. Да? То есть с точки зрения того, как это выглядит, на программе, это абсолютно прозрачно. Ну как же? Ну вот он этот X, давайте его возвращать. С точки зрения, когда мы задумываемся над тем, как это должно быть реализовано, это очень и очень непросто. Вот оно. У нашего объекта F есть closure. Вот. Тип того, как это хранится в питоне, он довольно странненький. Это специальные объекты типа cell. Про них мы сейчас говорить не будем. Может быть, в конце семестра дойдем до них. Вот. Но идея состоит именно в том, что как только у нас образуется замкнутое, но нужное для работы пространство имен, оно превращается вот в это самое closure. И некоторые объекты этот самый closure имеют. Вот здесь вот как раз появляется модификатор non-local. Когда мы хотим воспользоваться вот этим X, вот отсюда, да? А у нас есть как бы варианты со своим собственным X. Ну, в общем, модификатор non-local. Давайте рассмотрим вот этот пример. Вот у нас есть некая функция, которая занимается тем, что генерируют добавлятели. Ну, эти добавлятели добавляют, один из добавлятелей добавляет единичку к нолик к числу, другой единичку к числу, другой, да? Такой получается банда функций добавлятеля. Ну, давайте посмотрим. Вот, да? Давайте вот так вот. Сейчас это скопипастим, посмотрим, что получится. Вот. Да? Значит, дыдыщ. А что у нас там есть? У нас есть аддер какой-то, да? Как это работает? Мы вызываем разные функции, видите? В каждый раз, когда мы ходим к функции addr, вот. Мы вызываем разные функции. Ну, давайте вот пример, да? Значит, c равняется create addrs. 10 штук. Вот они, эти функции. Аддеры. C там нулевое. Это функция. C первая это функция. C второе это функция. Вот. В чем проблема? Мы хотели сделать, чтобы он добавлял единичку, зараза. А он добавляет все время 9. Видите? Что мы сделали неправильно? Этот код ошибочный. Мы хотели сделать так, чтобы каждая функция добавляла i, а она, зараза, добавляет 9. Почему? Ну, смотрите, здесь же написано добавлять i. У нас нулевой аддер должен добавлять 0, первый аддер должен добавлять 1 и так дальше. Правильный ответ. Потому что у нас в пространстве имен залипло одно единственное имя i. Оно равняется чему? Концу диапазона range. То есть в тот момент, когда мы вызываем вот здесь addr, у нас i равняется 9. Вот то самое, залипшее в пространстве имен. Один и тот же объект. Ничего удивительного, что у нас все addr'ы добавляют i к x, а i равно 9. Черт. Для того, чтобы этого не произошло,
мы должны создать такое место внутри аддера, в котором бы у нас приезжал объект равный i. Ну, например, вот так написать. В чем разница? Разница состоит в том, что когда мы создаем функцию аддер, у нас у нее в ее аддера пространстве имен будет два объекта x и g. G будет равным i на тот момент, когда мы его вызываем. И эти два объекта залипнут, потому что нам надо их возвращать. И вот теперь оно будет работать. При этом, понятное дело, поскольку у нас нету использования i внутри функции addr, никакого замыкания просто не будет. У нас не будет ситуации, что вот это i одно на всех. Да? Вместо замыкания у нас приедет полноценное значение 0, 1, 2, 3 и так далее, 9, в локальную переменную g, и, соответственно, никакого замыкания не произойдет, и все эти аддеры будут отлично работать. Ну, вот. Можно долго так написать. Такие дела. Вот. Что, опять-таки, логично, трудно интерпретировать это по-другому, хотя поначалу кажется, что какие-то чудеса неправильные творятся. Да? Такие вот дела. Значит, вот такая штука имеет в языках программирования название позднее связывание. У нас вот это имя i разрешается в объект не в тот момент, когда мы описываем эту функцию. Да? И даже не в тот момент, когда мы описываем вот эту функцию. А в тот момент, когда мы ее вызываем. Вот тогда мы лезем. А что это за объект там залип у нас в замыкании, который раньше назывался i? Мы туда лезем и находим вот эту вот девяточку, которая здесь в конце была равна 9i. И вот. Ну, такие дела. Значит, попытка рассказать про числа уже третья, по-моему, на самом деле, а не вторая, не прошла. Нам пора заканчивать. Обращаю внимание на Python Tutor как на универсальный инструмент таких вот познаний пространственных в Питоне. Обращаю внимание на примеры, связанные с использованием замыканий в количестве, которые позволят вам перейти из состояния, как все запущено, в состояние понимания того, как все устроено. Да? Мне кажется, что как все устроено, это лучше, чем как все запущено. Вот два вида примеров на Clojure. Советую их почитать. Такие дела. Значит, я понимаю, что тема довольно тяжелая и, значит, прямо сейчас вопросов может и не последовать, но все вопросы в чатике принимаются, разумеется, да, я имею в виду в телеграмном. Вот. А время у нас закончилось. В следующий раз говорим про словари. Вот. Единственное, что я хочу напоследок заметить, что, как обычно, в питоне все очень прозрачно снаружи и довольно мозговато под капотом. Ну, это же хорошо. На этом, видимо, все. Про функции внутри функции мы поговорим чуть позже, когда будем поговорить про декораторы. Они очень нужны. Вот. Второй ответ на вопрос, зачем нужны функции внутри функции. Если вы собираетесь заниматься какой-то довольно жестокой математикой, например, работаете с функционалами, да? То есть вы вызываете функцию, которая генерирует нужную вам функцию. Такие вот дела. Этим мы заниматься не будем, а вот про декораторы мы в свое время поговорим. Это весьма-весьма интересная и часто используемая тема. Вот. И там как раз функции внутри функции изготавливаются. Все. Теперь на этом, видимо, все. Значит, до встречи в эфире.